Что я продаю? Мечту. Сегодня это Раймер Фармасьютикал. Мистер Фейрвейзер? Слушаю. Я Ник Холден. И я хочу быть вашим брокером. У меня уже есть брокер. Правда? И сколько он вам заработал в прошлом году? В прошлом году никто не заработал. Неправда. Будь вы со мной, вы получили бы 3% после кризиса. Я вам не верю. Я могу прислать отчет о доходах. Биотехнологии и алкоголь выросли. Откуда у вас мой номер? От старого брокера. У него не хватает ума за вас держаться. Кем вы работаете, Чарли? Учителем истории, но меня не интересует. Вот а стоит лишь история, которую мы делаем сегодня. Знаете, кто там? Полагаю, что Генри Форд. Верно, и он был прав. Вы слышали о Раймер Фармасьютикал? Нет. Конечно, нет, потому что ваша работа — учить, а моя — знать о фирмах все. Знаете, какие акции не покупают? Те, что вам советует таксист. Если бы вы узнали про IBM до изобретения микрочипа, вы бы вложились? Конечно. Что ж, Раймер ожидает прорыв того же масштаба. В понедельник Управление по лекарствам одобрит испытание нанотехнологии, которая преобразит лечение рака. И я могу вписать вас по номиналу. Похоже на инсайдерскую сделку. Ничего такого, все легально. Я промываю 1000 страниц чуши, чтобы обогатить вас. По 3 бакса с акции. Начнем с мелочи, ладно? С 1000. На следующей неделе я ее удвою. Заманчиво, но нужно спросить жену. Продажи конец, салага. Мистер Фейрвезер, инвестируя со мной, вы будете спрашивать у жены только, какой паркет она хочет в новом доме. Ну, не знаю. Жизнь зависит от мгновений. И это одно из них. Он хорош. I'm in. Ладно, только давайте 5000 акций. Спасибо.